Братишка, если тебе нужен левел или игровая валюта в GTA Online, то тогда заходи в мою группу. Прямо сейчас у нас проходят скидки. И за небольшую сумму ты можешь стать настоящим мультимиллионером. Прокачиваем аккаунты на все платформы. Мы уже прокачали сотни аккаунтов, поэтому заходи и закупайся по полному. Ссылка на группу в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Даня, также Юрчик. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Битва воров». Привет, ребята! Итак, ребята, сегодня мы с Верцом прибыли прямо в центр Лос-Сантоса, и здесь мы сегодня постараемся угнать как можно больше машин за, получается, 5 минут, и стартуем мы на счет 3, 1, 2, 3, время пошло, погнали, Юрец, let's go! Так, ну что же, куда ехать, куда же, я, наверное, сразу ворвусь сюда и, ебой! Пока я что-то... Приехал в эту сторону, и тут вообще машин нет, это да? Странно. Я тут кое-что нашел, и кое-что хорошее, братан, на самом... О, тут есть что угнать. А, хорошо, окей, первую тачку я везу на базу, так, и сейчас я уже вот-вот привезу ее. Это первая тачка, это кибертрак, хорошенький такой вроде как, однако, поэтому окей. Первая машина у меня на базе получается, что есть. Так, я сажусь на байк. Я 3 ляма сразу угнал. О, ты везешь Сиан, дорогущий, хороший Сиан. А я, ребята... Врываюсь дальше в чат, и здесь сейчас я хочу забрать вот это вот, да, вот это прям вообще круто забрать. Отличненько, забираем это мы тоже. Ну-ка, прыгнем. Да ты можешь как-то, че он? Да сядь ты. Во, наконец-то, я думал, что уже не сядет. Так, давай, газу, поехали. Так, сейчас мы сюда вот въезжаем, и... Ау! Вот это жесть! Что я на колесах перевернусь. Да, я угнал, короче, 7 трак, и он немножко кульбитнулся у меня. Так, пока понимаю. У меня две машины. Я нового Леху угнал, но не едет. Новый прям... Леха, да? Не едет, серьезно? Дурачок какой-то. Серьезно, не едет? Да, он совсем вокруг своей оси как-то странно едет. О, что это было сейчас? На меня бот охотится, что ли? А, окей, ладно, сейчас я еще хочу здесь ворваться. Вот это сейчас я хочу забрать еще. Да, это я тоже здесь высмотрел. О, да, здесь, слушай, здесь есть прикольные тачки. Я не знаю, здесь, ну, может быть, какой-то живет супербосс местный, я даже не знаю. Но тачки здесь есть. Супербомж. Супербомж, че? Из Рублевки перебрался просто сюда. Да? Нормально, так, ну ты там... О, ты че... Кайен пригнал? Кайен, слушай, по кайфу. Да, неплохой такой. Тачка по кайфу. Так, у меня получается 3 машины на базе есть. Через боты так летают. И мы едем дальше угонять тачки. И сейчас мы врываемся в чат. Так, сейчас мы сюда вот... Летают в плане. С неба падают? Не, они прям как-то очень быстро проезжают. Прям вот очень быстро. Так, давайте мы сейчас заберем вот это вот. Во, да, это прям круто. Слушайте, гляньте. Просто, ну, по кайфу тачка. Так, заводись, отлично, хорошо. Я офигенскую Audi угнал какую-то. Офигенскую Audi угнал. Слушай, ну, ого, вот это прям по кайфу. Это прям по кайфу, нормально. Я принял, смотри, какой Maybach с флажочками, типа, прикольненький. Так, 4 машины у меня есть. И поехали дальше. Еще нужно, короче, угнать. Мне интересно, кого Maybach перевозил. А, вот я тоже у нас думаю. С тобой не по пути будет. Вот я тоже. Есть такой дом еще, знаешь, типа, ну прям особняк крутой. Прям здесь еще стоит Бентли, Бентайга, поэтому, возможно, кого-то он перевозил. Ну, такого, типа, знаешь. Ну, не самого незначимого человека, то есть. Видимо, может, какой-нибудь миллиардер, либо. Сидеть от джипику, ну, я покрышу, так что проехал. Да. Окей, ладно, сейчас я вот оставлю Бентайгу, это уже. 5 машин получается. Слушай, хорошо. 5 машин есть. О. И. А, я так понял, что мне байков не хватит. Ну ладно. А у тебя там что, у тебя там рейнджак, что ли, какой-то, или что там тебе? Так, ладно, сейчас, короче, еще врываемся дальше. А в этом доме вроде как я все зачистил, если я не ошибаюсь. Надо теперь врываться дальше. Если мы сейчас зайдем сюда. Здесь тоже есть. О, кстати, офигеть. Прикол. Чихпых, мать вашу. Чихпых? Слушай, я кое-что здесь такое нашел. Это что-то новенькое. Это новенькое. Это хорошенькое, новенькое, но особо никуда не едет, к сожалению. Но новенькое, да. Короче, я новенькую Теслу какую-то угнал. Но она, короче, не едет. Она не едет. Я Теслу не особо люблю. Да. Они, как правило, 80% овощи. Ну да, кроме той, которая родстер. А ты ком... Фига ты, круто же... О, слушай, будет, видимо, дерби на грузовиках, потому что прям тачки-то прям интереснейшие. Так, сейчас мы-то врываемся сюда. Так, откройся, Сезам. Сезам, откройся. Ты, кстати, как-то на овощной Альфа Ромео чуть 7 трак не переиграл, прикинь. Серьезно? Овощной Альфа Ромео? Прям так все было плохо? Как это так возможно было? Странно. Да.
Странно, он странно очень. Короче, странно как-то. А, даже подпрыгивал. Ну и плюс я, короче, не давал ему у меня, конечно, этот... Бортануть, да? В конце, я понял. В конце подался, то есть то, что под колеса встал. Ага. А, Юрец, я тебе байк один украду. За спавню там себе байк. Значит? Ну, у меня байка просто больше нет, сделай себе байк. Я, да. А, ты секунд. Как последний остался. А, последний, да? Видимо, у тебя был лишний. Видимо, ты забрал мой, скорее всего, байк, я так понял. Ладно. Короче, через 25 секунд я как раз последний еще забираю тачку, в принципе. Здравствуйте, здравствуйте, не пугайтесь. Я просто перегоню эту Теслу. Да в смысле? А ты что, драться лезешь? В смысле? Мужик! Я бы сказал, вот я тоже так бы сказал. В смысле ты перегонишь? Иди-ка сюда, типа. Он драться полез, слышишь? Он драться полез со мной. Алло, мужик, отстань от меня. Ну, помянем кого-нибудь. Надо тебе, а? Да, все, все, отдыхай. Ну ладно, время-то как раз-таки-то еще было, поэтому хорошо, я забрал последнюю тачку на сегодня. Короче, если так говорить, по 8 машин мы с тобой угнали, и что же угнал ты? Потому что, как я понял, ты там угнал много чего хорошего. И у меня сейчас мы это посмотрим. Дорогой, у тебя такого дорогого вообще ничего нет, поэтому так, что у тебя последнее? Сиан, ну, да. Тебя Сиан, да, у тебя Сиан дорогой, остальное у меня как бы такой себе. Короче, пока в комментариях, ребятки, пишите, кто же зарабатывает балл за стоимость, и мы берем быстрее машины и гоно первое испытание. Итак, ребята, время для первого испытания. Это у нас смертельные шашки, да, это полицейский какой-то вот такой вот майбах прикольненький. Раз, два, три, поехали, Юрец, стартуем, let's go, и... Так, ну что же, сейчас посмотрим, кто будет первее и быстрее, но у меня прям, ну, неплохо для Майбаха. Это ты что, убрался на свою по радару, да, или ты там жив целый еще? Да как-то вообще там? Жесть, ботов просто. Да, ботов очень много, да. Я на этом лимузине еще как-то шашку... А! Понимаю. Понимаю, убрался немножечко. О, немножечко. Нихера так-то, 270 выпильнул. Серьезно? Так, а ну-ка, на обочину все! Все на обочину! Ладно, лучше я не буду подрубать мигалочки, это очень будет все больно. Закончится. А, ну слушай, 270 тоже как бы я плюс-минус иду, поэтому вроде как неплохо. Так что здесь налево поворачиваем. Так, нормально. Че по управляемости? Слушай, неплохо тоже. Ну, это, короче, как Майбах тот, помнишь, который у нас был? Вот он очень похож, да, на него. Вот прям очень похож. Но... Может, это он же? Может быть, это он же просто полицейский, кто знает. Но идет неплохо, реально, да. То есть. Да ты там ботов как, вообще, убрался, да? Сраки, блин. Ботов я реально не убрался, много. Просто оттормаживаться приходит сильно. Нет! Плохо дело. Так, меня радует твой крик. Крик. Но у меня максималка 270, и я быстрее не еду. А я тоже так же еду максимум, на самом деле, поэтому... Да ну, ты куда перестраивайся, жилетка? Во-во-во, я так же вот об такого об крышу цепанулся и улетел. Все, финиш, есть. Ну, фух, такое. Ну это было, конечно, опасненько. Ты прямо около меня, вот Каин прилетел, прикольненько, хорошо. А, ладненько, собственно говоря, это бал получается за мной. Поехали на второе испытание. Ну что, ребята, время для испытания под названием «Это у нас дерби». Поехали, Юрец, стартуем, посмотрим, что же у нас здесь с тобой сейчас получится. Два огромных просто... Серьезно? Сина, вообще, даже не почувствовал тебя. Ладно, раунд 2 поехали, но что-то прям жестко, жестко я такого не ожидал, если честно, прям вообще. Вообще. Да ты чё, да в смысле? Да не, ну да это вообще нереально. Я тебя не чувствую даже. Просто, ну... Очень тяжелый, Тесла, да. Тесла как пушинка просто отлетает. Ладненько, твой бал. Да, твой бал 1-1. Ну и поехали на третье испытание. Итак, время для следующего испытания, ребята. Это у нас спринт-гонка. Ехать нам почти 5 километров. И будет интересно, это Бентли против Ламбо Сиан. Давай, Юрец, отсчет. Раз, два, три. Поехали. И у нас здесь Йода. Йода на пути. Ладно, все. Ну ты прям шур... О, офигеть, ты быстрый. Да. Да, очень. Ты, конечно, ты быстрый, но я надеюсь, что я сейчас тоже не за вафлянди нигде, и все будет четенько, меня... потому что... Что там у тебя? Бочком прям идет жестко, короче, да? Скорости такие. Ну вот у меня тачка управляется неплохо. Вообще, ну типа, блин, Бентли, Бентайга, с другой стороны, соревноваться с Сианом, это уже сильно. А, понял. Ты скинул стоп, он упал на меня и затормозил меня. Я как... Отлично. Так, такой себе план. Так, это мы сейчас здесь налево... О, да, в смысле, молния Маквин пролетел прямо около... Перед глазами, прикинь. Блин, а ты так-то так, не газу, отстаешь газу, вообще. Газу. Ну да, я прям жестко пытаюсь идти, но я очень рискую, чтобы вот идти так, как я иду. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ой, тетя, извини, случайно. Вот идешь и уходи. Не-не, я прям иду за тобой. Так что... Единственный вариант. Уходи и дверь закрой. У меня теперь другой. Так, ладно, сейчас. Та-т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 а. А, да твоя медь! Да твоя медь! Нет! Правильно, правильно, правильно.
Чем больше ты врезаешься, тем я спокойнее буду. Олень, иди в задницу. Нет, олень, да не в мою же. Блин, ну я мою. Он понял это буквально, возможно. Да, он понял это фигурально, буквально, досконально. Ну, у Сиана проблемы с управлением в плане поворотов прям лютые. А молния Маквин, ну ёб твою мать. Короче, я прям шел около тебя всю катку. Да ты прям, да, ну... я вижу. И для Бентайги это сильно. Я за счет скорости только тащу, понял? Я понял, и то, что да. Не ошибался особо. Эх, обидненько, но получилось все равно неплохо. Да, ладно, балл с тобой, ребята, и поехали на следующее испытание. Итак, ребята, пришло время для следующего испытания. Это у нас прыжок в длину. И это получается, у меня это Тесла, у тебя это Лексус. И посмотрим, кто будет дальше. Но Тесла, конечно, ну могёт. Вот это, конечно, 600, 700 на одном-то нитро. 800, Карл. Охренеть. Уху! Вот это, понимаю. Какая скорость у тебя? У меня такое ощущение, как будто я еду на драгстере, который жрет нитро и не разгоняется. А, ну он такой типа тяжелый, да? Слушай, ну я... офигеть, я, короче, до Рублевки долетел. 330 на момент прыжка. Понимаю. А, ну я прямо припарковался в особняке чьем-то. В принципе, по кайфу все получилось хорошо. А, отличненько, ребята, это балл за мной, получается. 2-2, и поехали на пятое испытание. Итак, ребята, время для испытания по стрелушке, если такова, то что нужно просто взорвать своего оппонента. И раз, два, три, поехали, Юрец. А, окей, посмотрим, кто будет сейчас здесь лучше, поэтому давай. Но! Ну, это мне нравится, что Тесла так может толкаться. Единственное, вот что, у этой Теслы есть бачок, который может потечь или нет? Потому что знаю, что в GTA такая физика, что у Теслы есть, по идее, бачок, который может потечь. Что же такое за бачок там? Если не то найдем, да? Слушай, ну ты так-то прям, ну норма тебе. О, чек энджин! А у тебя нету чека? Ты загорелся. Да, у меня чек горел. Ну-ка, стреляй по мне, сколько я бы еще выжил, интересно. Много или мало, ну-ка. Ну, жил бы еще какое-то время, да, по-любому? Она неубиваемая вроде. Не, она там, чек же загорелся, поэтому... Во, да, не, я бы еще жил, но недолго. А, ладно, ребята, это балл получается за мной, и поехали на шестое испытание. Окей, ребята, время для испытания. Это у нас прыжок веры, нужно два раза выиграть. Тесла против Audi RS5. Поехали, Юрец, разгоняемся и посмотрим, кому же больше повезет. А, прыгаем и... Понимаю. А ты там как? Врежься, есть, ты врезался, и ты лентяева, да, совсем. А, ладно, хотя бы один в мою пользу, готовимся ко второму раунду и поехали. Разгоняемся. Так, разгоняемся и полетели. Ну нет, ты намного ну дальше. Я прям капец как улетел, хорошо, прям очень. Отличненько, во всяком случае, ребята, это мой балл, записываем его на мой счет и поехали на следующее испытание. Итак, ребята, время для предпоследнего испытания, сейчас мы с Юрцом спустимся с горы Щиля. Ты раз, два, три, поехали, let's go. Сейчас прям на тебя упаду. Ну! Нормально. Да нихера, Рубикон так-то. Ты нормально так-то полетел, дядь, ты куда? Ты куда? Притормози, слышишь? Не слишком ли ты далеко как бы улетел-то? Я прям между деревьев, короче, на большой скорости как-то протиснулся. Серьезно? Так, ладно. Сейчас мы сюда переедем. Вообще. Да? А это мы сейчас еще... Да нет, ну блин, ну на колеса, пожалуйста, на колеса. Блин, мне не нравится, что ты так едешь хорошо-то. Да, ну... Пожалуйста, ну кибертрак, давай. Все, на колеса, все, мы поехали. Да ёпарэсэ ты, все, давай, хорошо. Разгоняемся и... Прыжок! Уху! Давай. Плохо дело. Ну, короче, прям как попрыгунчик у меня прыгает, прям вообще норм. Да? Нормально? Так, давай, еще дальше нужно вот так вот, мы нормально, слушай, ну, ты, конечно, так-то ушуршал, но, блин, нет, я не успею, он подам, тоже он как-то отрикошечивает сильно слишком, и это его минус. Меня выпуливает. У тебя выпуливает, да? Блин, ну ясно. Короче, балл с тобой получается, и, ребята, поехали на последнее испытание. Итак, ребята, время для последнего испытания. Сейчас мы с Рюцом скинем наши тачки с горы Чилет. Это последнее решающее заключительное испытание. И, ты там как вообще, нормально? Все вписался? Нормально. Так, давай, я с тобой на Тесле. Это гелик против Теслы, можно сказать, у нас такой спуск. И, слушай, ну на самом деле... Ну, как бы...
Мне вот интересно только то... О, из меня еще Тесла вывалилась. Еще одна Тесла вывалилась. В смысле? Нафига так много? Мне только интересно, как бы поедет ли нас накат или нет. Вот в чем вопрос. Но у нас сейчас... Да сколько Тесел можно вываливаться? В смысле? Что это? Я еще не понимаю, что происходит. О, у меня в багажнике... У меня в багажнике, короче, клюшки для гольфа. А у меня что-то пошло не по плану, у меня появились камни опять. Да? А, реально? О, я чуть проехал. О, нифига. Нормально. Получилось так-то Читор. Прикольно. Читор! Если не знаешь, как Димон обошел? Короче, ехал, он стоял там снизу, где сейчас еду я. Я вот так вот, короче, ехал, так вот по горе вверх и облетел. Он прям орал с этого. Ну, получилось прикольно. Короче, ребятки, такая у нас получилась серия. Если вам понравилось, то ставьте лайкусики. Всем удачки и всем пока. Пока, ребятки.